19 января 2019 год, Харьков, Китлярчин Яр, улица Родникова и Крещение, Водохреща. Народ еще, это уже часа два идет, я так понимаю. Не видно, люди стоят. По всей улице. Пожарная машина зачем-то приехала. Да, на Саржином Яру только что было, там вообще, конечно, паломничество. Много-много тысячное. Там же специалист строитель. Да, но температура нулевая, вопреки стандартным крещенским морозам. Плюс один даже сейчас. А к вечеру обещают уже минус 10. Да, пожарная машина смотрится не к месту.